Задорно и весело с песнями и танцами встретили широкий четверг Масленицы в Центре социального обслуживания «Вера». Это первое долгожданное мероприятие после перерыва, связанного с пандемией. Основные участники – это люди старшего поколения, это участники программы «Активное долголетие в Подмосковье». И, конечно, мы подготовили для них определенные конкурсы, которые будут им интересны. Это и загадки, шарады, и, естественно, элементы спортивных конкурсов. Сотрудники учреждения подготовили для гостей праздника насыщенную программу. Все с большим удовольствием распевали частушки, отгадывали загадки и участвовали в различных конкурсах. Мы каждый год в Вере отмечаем Масленицу. Отмечаем весело, задорно. Короче говоря, отрываемся по-молодежному. Вообще в Вере очень весело, очень хорошо. На масленичном гулянии в центре Веры была и своя весна. Это Олимпиада Яковлева, участница нескольких вокальных коллективов нашего города. Я каждый год прихожу, я здесь работаю и пою везде, и радуюсь. И сегодня на праздник пришла. Нравится, конечно. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного масленичного угощения. Запомните, русская традиция, блины всегда берут только руками. Масленица – единственный праздник, который проходит в течение 7 дней. В центре Веры мероприятие продолжится до воскресенья. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.